каково быть первым сегодня? Каково было первым взять кубок? Это очень хорошее ощущение. Давно такого не испытывал. То есть хоккей давно не был в Сарове. То есть это очень хорошо. На душе очень сейчас такие... Сегодня праздник еще, и плюс мы выиграли кубок. То есть на душе только светлое ощущение, очень радостное. Радость за город, радость за себя, радость за команду, радость за тренерский штаб. То есть мы старались, и мы, я думаю, результат показали и сделали его. Расскажите о своей команде. Как вообще? У нас команда очень слаженная, очень дружная. Мы все друг друга, ни на что, несмотря ни на что, любые какие-то проблемы, но если происходит у кого-то из команды, мы все всегда, как единый кулак, всегда друг другу помогаем, подсказываем где-то. Где-то бывает ссоримся, но потом разбираем эти конфликты и также миримся. И у нас, то есть, все позитивно в команде происходит. Спасибо еще тренерскому штабу. То, что Кулебакину, Макеичеву Сергею, Кулебакину Сергею, то есть они тоже нам подсказывают, как они люди поопытнее, поигравшие, ну, где-то там, ну, на хорошем, серьезном уровне. Они нам как бы подсказывают, руководят нами, где-то, если мы неправильно себя что-то ведем или где-то в тренировочном процессе у нас что-то не получается, они как бы подсказывают и говорят, как надо правильно, мы стараемся исполнять их пожелания. Ну, наверное, такой вопрос, который хочет задать каждый, да? Как вам удается обыграть соперников с таким разгромным счетом? Ну, не знаю, я не хочу ничего сказать, что соперники слабые. Соперники очень достойные ребята, они тоже стараются, они очень молодцы. Но мы к этому, я еще раз повторюсь, шли очень долго, мы собрались с сентября, начали тренироваться. Опять же, тренерскому штабу спасибо за тренировочный процесс, за грамотно выстроенный тренировочный процесс, то есть и в плане ОФП это безледное, то есть насчет тренажерного зала, и на тренировках на льду, то есть я могу сказать только спасибо тренерскому штабу за то, что они грамотно нас провели по всему этому сезону. И хочется отдельно сказать от лица себя, от тренерского состава, от лица команды, то есть сказать большое спасибо Павлу Владимировичу Харитонову за то, что он в нас поверил, то, что дал нам сил, дал нам вдохновение. Спасибо ему огромное.